Вот он живет, и он как серая шейка. Не нравится, нехороший, вредный, там бурчит, но он-то живет с вами, для вас делает. Но женщина может сделать из него лебедя, если она начнет им восхищаться. И вот в этом молодец. Какой же ты? Ну и так приятно. Ты мое солнце и так далее. Не забывайте, одна из эрогенных зон и мужчины, и женщины – это ваши отношения в виде слов. Особенно в этом нуждаются женщины. Обычно мужчины занимают позицию, ну и женщины занимают позицию, в которой они позволяют себе критику. То есть и это не так, и это не так, там так пахнет, там воняет, там страшный, там не тот, вот лучше бы не делал, и там и бла-бла-бла-бла, оскорбления начинаются, толстый, худой, худая, там толстая, и вот так, а вот с теми было лучше и так далее. Вот это все возьмите и уберите. И вместо этого говорите, как ты мне нравишься, какая ты хорошая, надо же, я восхищаюсь тобой, если бы не ты, я тебе благодарна, ты мое солнце, зайчик, рыбка. Да.